Дорогие друзья, приветствую вас на фестивале Moscow Flower Show. Желаю вам теплых солнечных дней, красивых садов, красивых цветов, незабываемых впечатлений. Преобразовать можно любое пространство в саду. Особенно интересен в этом отношении огород, ведь он каждый год может быть разным, начиная от планировки, выбора растений и заканчивая подбором декора. Мы установили металлические стеллажи, которые сами сделали и сварили их из металлического уголка, а потом покрасили. Это будет у нас своеобразный забор, который закроет некрасивые виды, которые появились в огороде. Огород в России был востребован всегда. Это наша история и наша традиция. А декоративный огород – это немного игра. И я вас приглашаю посмотреть, как из обычного огорода он станет декоративным. И это будет место, где можно не только работать, но и отдыхать.